приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. Сегодня обязательно оставьте 7 монет у порога. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Рождество 7 января. А семерка – это цифра с особым смыслом. Она обладает способностью притягивать достаток в дом. Поэтому самым подходящим днем для поправки ваших финансовых дел будет именно Рождество. А для этого можно провести рождественские ритуалы на богатство. Ритуал «Магическая семерка». Вам нужно купить 7 разных сладких подарков. Например, шоколадки, коробочки с конфетами, зефиры, пастила, все что угодно. Подойдут и пряники, и вафли, и мармелад. Над каждым подарком прошепчите 7 раз заклинание. Подарочек незнакомцу вручаю. С Рождеством поздравляю. Кто подарок от меня получает, тот богатеть мне помогает. Говорим один раз над каждым подарком. И обязательно подарите эти подарки. Также можно провести практику с монетами. Достаточно в рождественский день раздать по 7 рублей 7 нуждающимся людям шепотком. Во славу Божию монетки вручаю, богатство и мир в своем доме привечаю. Ритуал «Волшебный коврик». Обычный коврик может стать волшебным и приманить в дом деньги. А для этого-то нужно сделать следующее. Достаточно у порога внутри квартиры оставить 7 монет. Когда будете оставлять, скажите слова. «Монетки, лежите и не скучайте. В мой дом собратьев своих зазывайте». Говорим 7 раз. Все. Пусть эти монетки лежат 7 дней. А потом их собираем, и на эту сумму можно что-то приобрести для дома. Ритуал «Шкатулка». Чтобы в доме было изобилие, то нужно сделать следующее. В день Рождества купите любую шкатулку. Расположите ее подальше от чужих взглядов так, чтобы вам было удобно пользоваться. Далее, в Рождество положите на дно шкатулки 7 монет любого номинала. При этом надо произнести такие слова. «Пусть в моем доме деньги водятся, никогда не переводятся». Говорим 7 раз. Кладите на дно шкатулки монету после каждой полученной суммы денег, за исключением денег, взятых в долг. 7 числа каждого месяца надо доставать одну монетку и положить ее в отделение для мелочи в вашем кошельке или портмоне. Долго ее не держите. При первом удобном случае монеткой расплатитесь, чтобы деньги всегда были в обороте. Благодарение. Как только почувствуете малейшее улучшение с финансами и получите даже самую незначительную прибыль, обязательно благодарите Вселенную. Обряды и практики, проведенные в день Рождества, они помогут стать состоятельнее. Очень важно верить в магическую силу заговоров. Используйте свой шанс, чтобы разбогатеть в Рождество.